Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. В World of Warcraft очень много маунтов, более 700, если я прав. Некоторые маунты лутаются за репутацией, некоторые падают с рейдов, некоторые даются за промо-акции. Например, Азарт с Ферстоуна, например, Саблезуб Огненный с Ходса. Это маунты классные, замечательные, но пришло время для получения нового маунта за промо-акцию с Хардстоуна с режима наемники. Сегодня речь пойдет о маунте «История сержанта». Замечательный маунт, мышка, выполненная в стилистике Хардстоуна. Кристалл маны, книжка хардстоуновская и, конечно же, комплект карт. Куда без него? Комплект карт — это самое основное для получения новых карт, пыли и всего прочего. Так вот, примерно месяц назад ее можно было увидеть в списке маунтов, и на своем Discord-сервере мы уже обсудили получение этого маунта, и я просто-напросто зрителям сказал, что надо обучение сделать, ничего трудного, ведь обучение в близзардских играх, оно реально ведет вас за ручку. Человек, даже впервые севший за компьютер, все прекрасно поймет, куда нужно щелкнуть, куда нужно кликнуть, куда что как нужно поставить, и какие комбо-вомбо могут в целом присутствовать. Режим наемники выходит 12 октября, получается, завтра, если видосик будет опубликован сегодня, и выходит он в 20 часов по московскому времени. У меня это уже получается 13 число, полночь, потому что у меня плюс 4 от московского времени. Я очень хотел бы застримить весь этот режим, все прохождение обучения и все вот это дальнейшее, потому что режим кажется довольно-таки интересным. Основная его направленность ПВЕшная, а ПВЕшные какие-то его приключения, ПВЕшные какие-то режимы у близов неплохо в целом получаются, в Хардстоуне в них приятно играть, там интересные диалоги присутствуют, отсылки. К тому же в режиме наемники будут и варкрафтовские персонажи, и с Диабло будут персонажи, ну, со всех вселенных, да, в общем-то. То есть довольно-таки интересно с точки зрения даже какого-то лора будет этот режим, что-то увидеть, какие-то насмешки. Ну, будет реально довольно-таки прикольно. Так что, запись стрима будет во вкладке видеотрансляции на Твиче, ну, а тот, кто немножечко не разбирается в этом, я прямую ссылку просто-напросто закину в описание к этому видосику. То есть в тот момент, когда стрим состоится, будет опубликована ссылка с записью. Я думаю, в целом все логично. Зайдете, посмотрите, если что-то непонятно, увидите. Ну, а потом уже и в комментариях можете спросить. Вот, как-то так. Что еще хочется сказать? Насчет, наверное, моего геймплея в Hearthstone, да, чуть-чуть поговорим. В Hearthstone я играю давно, принимал участие в мастер-турах, именно конкретно отборочные, но безуспешно, увы. Ну, как говорится, время покажет, и, быть может, еще что-то когда-нибудь будет реализовано. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!